Дорогие друзья, приветствую вас с телеканала «Жар птица». Новогодняя ночь в разгаре. У нас снег здесь кружится. Рядом со мной Рыжов Михаил Михайлович. Михаил Михайлович, привет. Здравствуйте. Здравствуйте, еще раз здравствуйте. А с Новым годом? Потрясающий год прошел, а этот следующий будет еще лучше. Михаил Михайлович, как вы оказались на канале «Жар птица» и сколько вы уже здесь летите вместе с нами? Ну, с «Жар птица» я лечу с января 2019 года. И мы дружим и будем дружить с таким потрясающим коллективом. Михаил Михайлович, еще вопрос. Я знаю, что вы в Москве родились, да? Или жили в Москве? Я живу в Москве. Но сейчас-то вы приехали к нам из Пензенской области. Что да, вы там делаете? Я уж 12 лет живу. Откуда мы знаем? Расскажите нам. Живу в селе Вяземка Земеченского района Пензенской губернии. А почему-то вот именно не Вологу... Купил домик, домик купил там. И живу, пчел развожу. Так, баньку топлю. Зря вы сказали насчет пчел. Теперь вам придется каждый нам вот снабжать нас. Ну, я взяток не даю, во-первых. Это не взятка, а медом взятки не дают, на самом деле. Мед – это натуральный продукт. Вдруг у вас аллергия, видите, я уже... Так, уже начинается. Торговля пошла. Да, как же, жадный. Рыжов Михаил Михайлович. Новогодние поздравления нашим телезрителям. Телезрителям самого лучшего народного канала «Жар птица». Главное, друзья... Миллионы наших телезрителей, будьте здоровы. Когда будете здоровы, все ваши планы сбудутся. Это правильно. А насчет меда я с ним договорюсь, так что каждому телезрителю по баночке меда. Да, Михаил Михайлович? Ну, по ведру уж, если да. Обещать, так обещать. С Новым годом, друзья! С Новым годом! Ура! За снежной пылью заметь скользя былью небылицей жаркие глаза. Черный да серый, да медвежий мед. Черный да серый, черный да серый, черный да серый, да медвежий мед. Глаза сияют, ласково маня. Не меня встречают, не меня, только жгут без меры из-под темных дуг. Эй, чубарь мой серый, задушевный друг, эх, вы кони, кони, звери, звери, кони, эй! Черный да серый, черный да серый, черный да серый, да медвежий мех.
черный да серый, черный да серый, черный да серый, да медвежий мех. Я рыдать не стану, в дурь не закучу. Я тебя достану, я тебя учу. Припадешь устами, одуришь, как дым, полынью с конями. К черту полети. Ах вы, кони, кони, звери, звери, кони. Черный да серый, черный да серый, черный да серый, да медвежий мех. Черный да серый, черный да серый, черный да серый, да медвежий мех. Ах-ха-ха! Зима, и покрылась снегом все она кругом. Для катаний на санях пришла чудесная пора. От мороза серебром покрылся дом. На базарах балагуры развлекают наш народ, и обряды знает даже старый млад. На Руси так широко гуляет в праздник каждый дом, а с горы под крики саночки летят. Ах, как саночки, ой, да с горочки летят. Ах, как саночка, ох, молодушки кричат. От мороза щечки алые у всех, и веселые песни слышатся на бег. С ночи и до самого утра тройки резвые несутся по селу. Льются песни развеселые, и нет уж им конца. Может быть, и я на улицу пойду. Ах, как саночки, ой, да с горочки летят. Ах, как саночка, ох, молодушки кричат. От мороза щечки алые у всех, и веселые песни слышатся на небе. Снежный город молодежь взяла гурьбой. Ну а девушки с молотками на саночках бежат. Бабы сетуют и машут головой. Ах, как саночки, ой, да с горочки летят. Ах, как саночка, ох, молодушки кричат. От мороза щечки алые у всех, и веселые песни слышатся на бедах. Как саночки, ой, да с горочки летят. Ах, как саночка, ох, молодушки кричат. От мороза щечки алые у всех, и веселые песни слышатся на бедах. От мороза щечки алые у всех, и веселые песни слышатся на бедах. Метелица над землей летит, легкой дымкой стелится, радостью звенит, будто бы волшебница к нам пришла сама. Снежная кудесница, русская зима, снежная кудесница, русская зима. Расписные саны
ладочки весело с горы. Мчатся без оглядочки звонкие миры. Не о чем печалиться, льется детский смех. Зимушка красавица, ты ведь лучше всех. Зимушка красавица, ты ведь лучше всех. На телеканале «Жар птица». С Новым годом, друзья, с наступившим. И рядом со мной группа, легендарная группа «Садко». Друзья, чем для вас был ознаменован 2019 год, Володя? Подготовкой к юбилейному концерту. В прошлом году, помните момент, мы вообще артисты, это такая кочующая профессия, да? Мы как-то встретились в аэропорту Домодедово. Эх, и жахнули по стаканчику чая, помните, да? Точно. Пожелания, Саш. Пусть все будет хорошо, пусть родные и близкие как можно чаще встречаются, особенно в новогоднюю ночь, вместе, не только по телефону там, или, а лучше приезжают, обнимаются и радуются жизни вместе. Побольше добра, встреч, улыбок и семейного счастья я в этом году. Стал семьянином, у меня родился сын, и вообще просто на седьмом небе я желаю всем такого же счастья, как у себя. Друзья, наши любимые телезрители, смотрите телеканал «Жар птица», потому что это самый добрый канал. С Новым сердечный годом! С Новым годом, друзья! Ура! Я по вашим следам по морозу, в рубашонке с открытой душой. Лишь услышал гудок паровоза, сердце сжалось от мысли одной. Лишь услышал гудок паровоза, сердце сжалось от мысли одной. Ну куда же вы бежите? На рассвете бы сам проводил. Ради Бога, меня вы простите, если чем-то я вас огорчил. Ради Бога, меня вы простите, если чем-то я вас огорчил. А я по вашим следам по морозу бегу, в рубашонке с открытой душою. Вы простите меня, но без вас не могу, я живу только вами одною. Я живу только вами одною. Как же так все у нас получилось? Я не в силах любовь удержать.
и сердце просто искрилось, а сейчас остается страдать. Да и как дальше жить, я не знаю. Вы любовь предавали всегда. От меня вы, как вор, убежали, а украли любовь у себя. От меня вы, как вор, убежали, а украли любовь у себя. А я по вашим следам, по морозу бегу, в рубашонке с открытой душою. Вы простите меня, но без вас не могу. Я живу только вами одною. Я живу только вами одною. Я живу только вами одною. Ай, вот и пролегала на шлях дорожка, вот и пролегала она вся широка, по чистому полю, по чистому полю. Вот как поетая была по дорожке, вот как поетая была по широкой, стояли белый шатерик, стояли белый шатерик. Вот как из этого, да и шатрочка, вот как из этого, да из белого выходил молочек, выходил молочек, вот выходил до, а вот все молочек, вот и выходил, а вот все веселой. Казачий полковник, казачий полковник. Ой, он полковник, ходит все гуляет. Ой, он полковник, ходит все гуляет. Казачий то. Он приказочки нам все читает, он приказочки нам все читает, казаков пытает, казаков пытает. Ой, отче Боже, воды казачейки, ой, отче Боже, вы молодые, налейте кобрелены, налейте кобрелены. Ой, от того мы, а мы худы бледны, ой, от того мы, а мы худы бледны, что мы люди бедны, что мы люди бедны. День в походе, а ночь карауле, ой, день в походе, а ночь карауле, ночи стояли, ночи стояли. Годом, с Новым годом, с Новым годом, дорогие друзья, говори, с Новым, с Новым годом, с Новым годом. Рядом со мной стоит Владимир Опарин, гармонист золотой десятки гармонистов России. Лично был знаком с Геннадием Замолокиным, потомок Чингисхана. Похож, да? Крупно возьмите, смотрите, вот копия, да?
Владимир Апарин, Народный гармонист России. Володя, как, вот с каким-то настроением вступил в 2020 год? Прекрасное настроение, потому что следующий год у меня будет юбилейный. С какой ноги вступил? С какой ноги? Да. Сразу двумя прыгнул. Прыгнул сразу двумя. Абсолютно точно. Говори. У нас Новый год. Да, настроение. Новый год. У меня просто шикарно, я просто... Да, Новый год... Выполняют страсть! Новый год — это всегда прекрасное настроение. Настроение для всех. Нет исключений для людей, которые в Новый год встречают с плохим настроением. Не, бывают такие. Бывают такие, конечно. Но это не наше. Но нет, вот ты сейчас здесь, ты в Москве же, да, сейчас? Да. Да. А на самом деле у нас вот Володя, представитель Пермского края. Ты дома-то, наверное, не живешь, да? Еще по гастролям, да по гастролям. Иногда живу. Как вообще? Я как-то наблюдал у тебя, ты там, у нас же сейчас все модные, там, фейсбуки, там, эти контакты, одноклассники, инстаграмы, да? Вон там, я завидую, когда ты там на рыбалочку где-то ходишь, да? Бывает такое, да. Я же голубями занимаюсь. Голубями? Да. Слушай, я знаю, такая есть голубиная служба, и у них есть такая награда какая-то, почетный голубятник какой-то, я не помню. Но голубевод. Голубевод, да. Расскажи, это же интересно, про голубей. Про голубей. Вот я просто скажу чисто по-человечески, когда заходишь... своим. Это как дети. Когда заходишь к ним, голубятник, и они к тебе сразу, когда долго нет, они скучают, прям да? Как люди, да. А когда тебя нет, кто ими занимается? Мама у меня. Ты знаешь, я сразу вспоминаю фильм этот «Любовь и голуби», да? Когда Александр Михайлович. Абсолютно. Александр Яковлевич Михайлов. Да. У меня то же самое. Ну, я хочу, чтобы твои голуби всегда были при тебе. Но иногда весточку, если что, в Москву они мне пишут. Да? Отправлю, да. Обязательно. Итак, дорогие друзья, Владимир Апарин, Валерий Семин вещают и поздравляют вас с Русского народного канала «Жар-птица!» Загорел костер в тумане, а кибитки без коней встали табором цыгане у реки на пару дней. Брат цыгану ветер вольный, степь широкая, постель колесом простор раздольный крутит в жизни карусель. Один сидит в сторонке, нежно трогая рукой тот изгиб гитары звонкой и натяг струны тугой. Брат цыгану ветер вольный, степь широкая, постель колесом простор раздольный крутит в жизни карусель. Нари-нари, нари-нари-нари, дари-дари-дари-дай, нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари, нари-нари-нари-нари-дари-дари-дай. Песня льется из тумана, да на тихою рекой, о лихой судьбе цыгана, о кибитке кочевой. Брат цыгану ветер вольный, степь широкая, постель колесом простор раздольный крутит в жизни карусель. Нари-дай, нари-нари-нари-нари-нари-нари-дай, нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари, нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари, нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари, нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари. Про любовь и про разлуку, и про ворона полет, как из сердца гонит скуку, песни душу в клочья рвет. Брат цыгану ветер вольный, степь широкая, постель колесом простор раздольный крутит в жизни карусель. Брат цыгану ветер вольный, степь широкая, постель колесом простор раздольный крутит в жизни карусель. Нари-нари, нари-нари-нари, дари-дари-дари-дай, нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари, нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари, нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари, нари-нари-нари-нари-нари-дай, нари-нари-нари-нари-дай-дай-ра. Эй! Новогодняя ночь продолжается, и к нам в студию забежал еще один прекрасный гость. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Харабурдина Алла.
А из какого города? Где ты учишься, Аллочка? Я из города Москва. Обучаюсь в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова Иванова. Отлично. А давай поздравим наших зрителей с Новым годом. Дорогие телезрители, я хочу от души вас поздравить с наступающими новогодними праздниками, пожелать вам удачи, счастья, здоровья в наступающем новом году. И пусть все ваши мечты исполнятся. С Новым годом! Широким, а под окном высоким вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты мальбром первый раз идет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты мальбром первый раз идет. В окно посмотри, в окно заглянет, и ничего за вишней не видать. Отойдет в сторону коз, спросит про девчонку, и вишней возвращается опять. Отойдет в сторону коз, спросит про девчонку, и вишней возвращается вишня. А что это за хата, что это за девка окна? Что это такое, сердце нет покоя, и лежит дорожника одна? Что это такое, сердце нет покоя, и лежит дорожника одна? Сорву ромашку, достану, погадаю, ты скажи, ромашка, не тая. Ты скажи, ромашка, любит ли Наташка, любит ли хорошая моя? Ты скажи, ромашка, любит ли Наташка, любит ли хорошая моя? Широким, а под окном высоким вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату парень бравый свататься идет. Мимо этой вишни, а прямо в эту хату парень бравый свататься идет. Летят года, и много песен разных
лето, дружбу нашу никогда не растеряем в жизни этой. Дружбой нужно дорожить, мы за нее всегда в ответе. Как хорошо друзьям спешить и долго помнить встречи эти. Дорожите дружбой, дружбой дорожите, без нее на свете это мне прожить. И к друзьям почаще в гости приходите, даже просто так поговорить. Дорожите дружбой, дружбой дорожите, без нее на свете это мне прожить. И к друзьям почаще в гости приходите, даже просто так поговорить. Кто-то загрустит, в душе тревоги и сомнения, а друг возьмет и позвонит, чуть-чуть поднимет настроение и тихо спросит, что с тобой, давай быстрее ко мне на дачу, как раньше выпьем по одной, с друзьями с песнями в придачу. Дорожите дружбой, дружбой дорожите, без нее на свете это мне прожить. И к друзьям почаще в гости приходите, даже просто так поговорить. Дорожите дружбой, дружбой дорожите, без нее на свете это мне прожить. И к друзьям почаще в гости приходите, даже просто так поговорить. Дорожите дружбой, дружбой дорожите, без нее на свете
мешочки возить. Говорит, кататься любишь, люби саночки возить. Говорит, серьезно, мама, а в снегу лежат дворы, мне немало, лет немало. На телеканале «Жар птица» очень жаркий и огненный попадающий коллектив из города Ярославль под названием «Добрый Яр». Здравствуйте, ребята! Расскажите немножко о своем коллективе, что вы поете, какая у вас, может быть, есть черта, которая отличает вас от всех других коллективов. Мы поем, абсолютно наш репертуар настолько разнообразен, мы поем и фольклор, и народные песни в современной обработке, ну и то, что сегодня показали уже такие прям забойные, можно сказать, уже современные прям песни, немножко подкорректировав слова, ну и аранжировку сделав свою. Вот. А коллектив наш «Доброяр», «Доброе Ярило», «Доброе солнце», он добрый, яркий, ну и талантливый. Что вы хотите пожелать нашим телезрителям в новом 2020 году? Ну, в первую очередь, так как мы добрые, яркие, мы хотим пожелать добра, яркого солнца над всеми нами, мирного неба, тепла, уюта, здоровья, любви и счастья. С Новым годом! Ехала Ванька из Рязаньки, полтора ста рублей санки, 50 рублей дуга, раскрашена дорога. Ой, 50 рублей дуга, раскрашена дорога. Девки думали, гадали, до кого верно полюбить. Ой, девки думали, гадали, до кого верно полюбить. Люблю Мишку, люблю Гришку, люблю Ванюще Галя. Ой, люблю Мишку, люблю Гришку, люблю Ванюще Галя. У Ванюшище Галя, да была барыня своя. Ой, у Ванюшище Галя, да была барыня своя. Была барыня своя, ее Марию зовут. Новогодняя ночь на канале «Жар птица» продолжается в разгаре. И только на нашем канале, дорогие друзья, есть такая возможность поздравить лично каждого из вас с праздником, с Новым годом, с Рождеством и вообще пожелать вам всего самого хорошего. И я сейчас передаю привет лично Насте. Настя из города Петропавловск-Камчатский. Настя, ты меня видишь? Настя, ты меня слышишь? Привет от всего канала «Жар птица», от продюсера, от режиссеров, от тех, кто сейчас снимает нас. И от меня, конечно, лично. Поцелуй, песня
и новогодние поздравления. Настя с Камчатки! Запоздалая любовь, запоздалая любовь, ох, запоздалая. Ты проснулась, но тебя, ты проснулась, но тебя неожиданная. Одинокое житие, одинокое житие, ох, опостылило. От унылой тишины, головой, в море страсти с головой неудивительно. Очарована тобой, очарована тобой, ох, очарована. Знать удача, дорогой, знать удача, дорогой, нам уготована. Поздно выпала цвести. Свадьба начинается, кони быстрые летят. Эх ты, свадьба, радуга, разливайся, радуйся, эх, пляши сама, зимушка, зима. Поле не метелится, чудо кони стелются, вьются лентами пути. Несчастливых музыка, наша свадьба русская, в тишине.
я впереди. Запевки дружные, песни, пляски вьюжные, подпевай сама, зимушка, зима. Машет шапкой рощица, ветер вдаль уносится, просит скорости душа. А глаза бедовые, а частушки новые, и гармошка хороша. У гармошки чистые звуки, голосистые, подыграй сама, зимушка, зима. Чистые звуки, голосистые, подыграй сама, зимушка, зима. Новый год на телеканале «Жар птицы», и со мной рядом группа «Партизан ФМ». Бурные аплодисменты от вас. Ура! Ура! Два лидера группы, Владимир Абрамчук и Юрий Андропов. Юр, у тебя такая фамилия прикольная, и даже имя такое же прикольное. Все понимают, о чем речь. Так, Володь, чем для вас был знаменателен 2019 год? 2019 год для нас был очень насыщенный гастролями, концертами. Мы выпустили клип свой, первый, и делали большую презентацию этого клипа. В общем, в творческом плане 2019 год для нас был очень массовым. А вот я знаю, что у вас сегодня номер специально для наших телезрителей телеканала «Жар птица», только эксклюзивный номер с детьми. Вот, Юр, расскажи. Ну, мы все, большая часть «Партизан» занимается с детьми. Вот. Не только «Партизан»? Ну, конечно, не только «Партизан». Нужно культуру еще в детские умы заселять. Мы стараемся делать как можем. И сегодня мы покажем номер вместе с ансамблем «Зареница». Это группа детской театральной школы «Семья», город Долгопрудный. Посмотрим, что получится. Итак, от меня и от «Партизан ФМ» всем зрителям телеканала «Жар птица» троекратная «Ура! Ура! Ура!» Раз, два, три, кадриль! Я
разных персонажей по свету гуляет. Сколько сказочных героев выдумал народ. Мамы, папы своих деток перед сном пугают. Если ты не будешь спать, то бабай придет. Если ты не будешь спать, то бабай придет. Сын сказал мне как-то раз, перед сном зевая: ну-ка, папа, мне скорее сказочку давай. Ты мне, папа, расскажи, где родина бабая. Точный адрес укажи, где живет бабай. Точный адрес укажи, где живет бабай. Устюги, Дед Мороз, в Костроме Снегурочка. Есть в Москве утконос, Ермакова курочка. Мама песенью поет, сыну баю-бай. А в Бабаево живет сказочный бабай. А в Бабаево живет сказочный бабай. Бабай большой мудрец, мысли генерата. Мне недавно мой товарищ это объяснил. И советуется с ним даже губернатор. А недавно президент лично позвонил. Разучились мы, ребята, думать головою. Все глядим на нашу жизнь с грустью и тоской. Надо выбрать нам бабая города главою. Он порядки наведет твердою рукой. В Устюге Дед Мороз, в Костроме Снегурочка. Есть в Москве утконос, в Ермакова курочка. Мама песню поет, сыну баю-бай. А в Бабаево живет сказочный бабай. Не курит и не пьет, персонаж приличный. Рядом бабка, бабаиха, верная жена. Тихо песенки поет, семьянин отличный. Ему дурная слава вовсе не нужна. В гости я теперь к нему часто заезжаю. Посидим, попьем чайку просто без затей. И никак я не пойму, почему пугают этим милым старичком маленьких детей. В Устюге Дед Мороз, в Костроме Снегурочка. Есть в Москве утконос, в Ермакова курочка. Мама песню поет, сыну баю-бай. А в Бабаево живет сказочный бабай. К нам приехала Дарья Дмитриенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о себе, откуда вы к нам приехали? Вообще, я с Краснодарского края, но уже 5-й год учусь в Москве. Окончила училище имени Гнесиных и продолжаю свою творческую деятельность. Занимаюсь я с самого детства, так сказать, это моя миссия. Бабушка, дедушка были культработниками, мама с папой тоже. И могу сказать, что это мое предназначение. Давайте нашим телезрителям пожелаем всего самого наилучшего в новом 2020 году и скажем: «С Новым годом!» Новый год – это время открытий. Пусть ваши самые смелые идеи и начинания воплотятся в жизнь. С Новым годом! Крыло на тупой.
Вечер за полями.